Глава государства принял почетного президента Федерации шахмат Астаны, международного гроссмейстера среди женщин Динару Садуакасову. Они обменялись мнениями о развитии шахмат в стране. В частности, известная шахматистка рассказала президенту о проводимой работе по повышению популярности шахмат и планах на будущее. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, отметил, что шахматистам будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства и пожелал Динаре Садуакасовой успехов на предстоящих соревнованиях.